Всем привет! Вы на канале «Жить в Краснодаре». Сейчас июль 2020 года. Хочу вам показать дом. Дом, а вернее дуплекс. Приехали наши подписчики и вот покупать себе недвижимость. И купили вот такой замечательный себе дуплекс. Находится он на улице Новороссийская. Это практически центр поселка, ну не практически, а это центр поселка Яблоновский. Вот, смотрите, ЖК «Космос». То есть тут все рядом, буквально вот через улицу улица Гагарина, центр. Пойдемте, вам покажу, что тут такое. Вот они приехали из Казахстана, новые жители поселка Яблоновский. Здравствуйте. Такой тут общий двор. Пойдемте, покажу. Не-не, я вас не снимаю, не переживайте. А, нет, вы нам не мешаете. Мы уже походили, посмотрели. Дом, сейчас спрошу, сколько квадратов. Вообще с ремонтом, уже с ремонтом. Вот такое можно купить за 4 миллиона в центре поселка. Канализация здесь центральная. Газ и свет, соответственно. Есть газ, свет, вода. 100, по-моему, 12 квадратов. Уже с ремонтом. Получается шкаф. Остается здесь вот такая вот прихожка, или вот я не знаю, как это вот назвать, прихожка. Она говорит, говорят, у соседей вот тут вот так диван стоит, камин, то есть люди здесь отдыхают. Лестница на второй этаж, потом покажу вам второй этаж. Две ванны, то есть и на первом этаже, и на втором этаже ванна есть. Здесь, правда, ванны нет, бывшие хозяева забрали ее зачем-то, не знаю, зачем она нужна. Ну, тем не менее, там они кабинку или ванну поставят. Уже все в плитке. На первом этаже везде теплый пол. Вообще, ремонтик прям свеженький. Вы знаете, вот обычно заходишь уже в жилые дома, там ремонт такой, прям сто лет назад делали. А это свеженькие обойки такие, вот прям видно, что не дешевые. Все такое чистенькое, вообще просто красота. За эти деньги, и не где-то там у черта на куличке, а в центре. Окна везде, смотрите, какие огромные. И вот кухня-гостиная, наверное, скорее всего, вот это называется. Такая, ну, тоже приличная. Оставили два кондиционера хозяева бывшие. Ну, это они все заберут свое еще барахло. Тут уже, наверное, закрылись. Сейчас, да, уже сейчас попробую открыть. Нет, уже не откроюсь. Давайте вам так покажу с окна. Небольшой такой участочек. Вот у них машины можно, вот отсюда может машина, как бы индивидуальный заезд есть, а можно ставить вон там во дворе, откуда мы с вами сейчас вот заходили. В общем, мне очень нравится. Я, во-первых, люблю такую вот расцветку обоев, нейтральную, не кричащую. Люблю, обожаю очень огромные окна, у меня тоже дома огромные окна, очень мне нравится. Тут, в общем, короче, я прям под впечатлением. Есть вот небольшая кладовочка. Те же самые швабры да пылесос поставить. Он уже знакомится с соседями. Пойдемте на второй этаж. Лестница такая прям неплохая, не дешевая. Единственное, она, конечно, у них, наверное, собака была, скорее всего, у бывших хозяев. Вот ее нужно будет отреставрировать. А так очень даже все прилично. И три спальни. Вот на этих 100 с небольшим квадратов умудрились сделать три спальни. То есть не умудрились, а сделали, молодцы, три спальни. Вот хозяйская спальня. Ну такая приличная тоже. Ну, сколько тут квадратов? Квадратов 15, наверное. Вот. Потолки высокие. Выход на балкончик. Вот. Балкончик такой симпатичный. Вполне можно поставить креслица со столиком. И утром чаек попивать. Кофеек. Вот улица. Видите, тут улица получается. Она это все новые застройки на этой улице. Вот.
А вот это уже считается центр. Там Сбербанк, МФЦ, вот прям пешком можно дойти. Поликлиника здесь. Там дальше немножко школа. Такая улица. Юля! На секундочку, можно тебя? Можно здесь машину ставить. Вот общий заезд. И вполне можно возле своих окон ставить машину. Самое главное, центральная канализация. Пойдемте дальше. И две небольших спаленки. Такие небольшие. Вполне можно поставить кровать, комодик, телевизор повесить. Тут задний двор небольшой. И там еще вот с той стороны тоже еще есть пространство. В общем, мне очень понравилось. Вообще, я думала, что уже за такие деньги что-то подобное с ремонтом готовое уже, заезжая из живи, нету. И при том все, обратите внимание, все в очень хорошем состоянии. Все, посмотрите, и обои как бы такие прям приличные обои. Видите, все как бы добротно сделано, не так натяп-ляп. И двери все вот достаточно в приличном состоянии. В общем, мне кажется, отличное приобретение. Сейчас мы поедем это приобретение к нам обмывать. Ой, света нету. И вот еще одна, получается, ванная комната наверху. Тоже все в плитке. Все очень даже достойно и прилично. Так что кто хочет, тот может найти. Вполне достойно и недорогое, прям в центре поселка. И центральная канализация, еще раз скажу, смотрите, круглое окошечко. И центральная канализация, это вот огромный просто плюс. Прям бонус такой вот замечательный. Очень я рада за наших зрителей. Долго меня Ира смотрела, я по комментариям ее отслеживала. Они купили сначала квартиру, приехали, ну, несколько лет назад. Сейчас вот уже все решили перебираться. Они с Байконура. Вот, перебираться уже сюда. Вот. Красота, да? Шкаф тоже какой. В общем, видно, тут люди жили с более-менее таким хорошим вкусом. А то начинаешь дома смотреть, а там вот эти, знаете, зелено-оранжевая плитка, вот такие вот обои цветастые, которые там черно-белые или красно-черно-белые. А тут все очень спокойно, тут даже обои можно не переклеивать. В общем, я очень за них рада, вот искренне, искренне за них рада. Все, друзья, всем пока. Надеюсь, видео было вам сегодня полезно, и вы теперь примерно представляете, что можно купить у нас в поселке Яблоновском, если поискать. Всем пока!